Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя безумные мутанты. Так, получить награды за то, что я сыграл PvP-бои. Так, теперь за то, что я прошел шестой канал. Я шестой канал, ребята, сегодня фармил по-черному. Поэтому сегодня мы будем открывать с тобой наверняка даже персонажа с четырьмя звездами. Скорее всего. Посмотрим, сколько я там набил. Во-первых. Так, ладно, это закрываем. Получаем здесь награды еще. Ты посмотри, сколько я тут нашпарил. 5359 синих кубков. Это шикарно. Соответственно, нам с тобой наверняка хватит для того, чтобы получить 1000 фиолетовых кубков. Ну что? Давай начнем. Так, тут можно еще даже за зеленые кубки призвать. Так, это у нас Микеланджело. Так, нормуль. Поехали. Так, кто? Гранитор? Вау. Друзья мои, я рад. Я всегда рад, когда нам выпадает новый персонаж. Гранитор трехзвездочный, да, отлично. Так, ну что, следующего. Смотрим. Так, Эйприл О'Нил. Три звезды, шикарно. Далее. Ага, Бибоп. Плюс 66 к мощам. Это круто, ребята. Так, смотри, 996 у нас. Новый. И это Рэй. Так и написано, Рэй. Ребята, такого персонажа у меня нету. Похож на меня. Так, твою налево. Нам дали только героя, а не дали кубков фиолетовых. Почему? Ну-ка давай, еще попытка последняя. И это у нас Токка. Ну вот тут дали, отлично, ребята. Ну что же, а теперь открываем фиолку. И это Эйприл О'Нил повышается до 4 звезд. Слушай, ну я не знаю. Не знаю, ребят, насколько она хороша, но потестить, я думаю, ее стоит. Сейчас посмотрим, насколько... Так, секунду. Сейчас посмотрим, насколько она хорошо поднялась у нас в рейтинге. Так, здесь забираем с тобой. Подожди-ка, что мы с тобой забираем-то? В этапы идем, конечно же. В этапы, здесь дешевенькая награда. Кстати, а вот это вот что такое, ребята? Я в данный момент нахожусь вот здесь, да, я так понимаю? 6.20 или где? Ревард, прикинь, фулл звезды. Это первый ранг, а я нахожусь в данный момент от 6 до 20. То есть вот такая меня награда ожидает. А тут нужно от 2 до 5. Закончится через 1 неделю, 2 дня и 13 часов. Блин, ты прикинь, вот такую вот награду получить. Но это нужно быть на первом ранге. Я не знаю, что для этого нужно сделать. Как там нужно быть прокачанным. Так, смотри, Эйприл переплюнула Рокстеди, Донателло, Бибопа. Вау. Так, у меня мутаген есть? Есть. Ну, представляешь, если я ее сейчас еще улучшу. А это надо делать. Так, что она там получает? Дает 12 к воле всем союзникам в радиусе 3 клетки, если персонаж не оглушен и не немой. Угу. Вопрос, что она дает? Наверное, инициативу, скорее всего. Я так могу это понимать. Так, 140 уровень. Все, что ли? Вопрос теперь в следующем. У меня получается команда такая, знаешь, специфическая. Сплинтер плюс Эйприл. Что Эйприл вообще делает? Можно почитать ее на эти навыки? Можно? Они, надеюсь, переведены у тебя, Эйприл, а? Так, когда враг использует навык, дает 223 к защите всем союзникам, чья бдительность выше 0. Допустим. Дополнительно накладывает оглушение еще на 3 секунды на врагов, воля которых ниже 20. Блин, что за воля? Действует на врага, накладывает минус 40 к ускорению и минус 40 к бдительности на 6 секунд. Накладывает минус 40 к броне на 6 секунд. Короче, дебаф еще тут есть у нее, оказывается. И вот это будет открыто на 150 уровне. Что там у нас? Действует на союзников, дает к защите, плюс 15 к воле и 75 сопротивления к немоте на 8 секунд. О, даже как. То есть она у меня бафер-дебафер получается.
Слушай, ну такого персонажа, в принципе, ребята, можно брать в команду. Даже нужно, я бы сказал. Так, давай-ка мы с тобой посмотрим, что у нас здесь. Как мы дальше будем с тобой двигаться? То, что мы получили с тобой двух персонажей, Рэй и Гранитора, это, конечно, круто, ребят. Так, ставим сюда. Так, отряд заполнен. Так, убираем Донателло тогда, делаем вот так. Интересно мне посмотреть, что у нас получится из этого. Так, скорость надо поменять, потому что у меня тут 4x. Это я на фарме был. Так, давай посмотрим, как работает Эйприл, как работает Сплинтер. Так. Ну, пока мы разносим врага, я тебе скажу. Так, Рокстеди тут пробегает. А у Эйприл здоровья уже маловато. Ребята, вон она делает, видишь, замешательство на врага. Так, Сплинтер тут тоже бафает. Ну что, Майки, походу, дело все. Крышка ему. Так, сейчас пробивает. Минус Лео. Так, а слышь, все-таки гаденыш добил, да, мне Эйприл. Подхалим несчастный. Ладно, сейчас мы его накажем за это дело. Нет, он все-таки убежал. Но Чингис его достал. Также Чингис достает Майки. Нет, Рокстеди его сбивает. Ну что, Рафаэль, все, ты допрыгался. Ты тут один. Шреддер хорошо вылупил. Слушай, а если мы, например, с тобой уберем Сплинтера и оставим одну Эйприл? Нет, не будем пока никого убирать. Вроде вы справляетесь. Нормально. Тем более, эти два героя нам дают дополнительную мощь. У нас 61 тысяча против 107. Так, а здесь, кстати, смотри-ка, Донни. Опять же, Дементор. Так, ладно. Слушай, ну, в принципе, здесь кто? Только лишь Дементор и Донателло, и все. Эти кланфутовцы, мы их сейчас быстро распетрушим. Вообще без проблем. Смотри, что происходит. Мы на одних бафах с тобой живем, просто. Видишь? Она взяла интервью, типа, и этот в замешательстве ничего сделать не может. Стоит как дурачок. Что происходит, а? А вот что происходит, ты отдуплился, парень. Так, а вот и Дементор. Он сам сюда к нам прыгнул, молодец, красавчик. Давай, Рокстеди. Чингис, бубух, ты видел, как он обухом этим приложил? Шикарно. Следующий бой. Так, а у нас кто там босс будет? Рафаэль, по-моему, да? Да, у нас там будет Рафаэль, и я думаю, что мы с ним справимся. Так, а вот здесь у нас, в принципе, противник только лишь Лотос. Остальные я даже за врагов не считаю. Так, пушечное мясо. Но Лотос очень хорошо себе стакает броню, поэтому об этом не надо забывать. И она еще очень, как сказать, резкая. У нее на рывках, если не ошибаюсь. Да, с рывками. Видишь, что делать? На Эйприл побежала. Так, Эйприл не дурочка, берет интервью. И в замешательство на 3 секунды ставит Лотоса. Отлично. Мне это нравится. Ей как раз этого хватило достаточно для того, чтобы мы разобрались с врагами. И, естественно, пришли к ней сюда. И как раз она под Шреддер подстала. Ё-моё, ребят. Шикарно. Слушай, ну Эйприл мне нравится. Действительно, классно. На 3 секунды вывести врага из боя, это дорогого стоит. Так, ну что у нас здесь? Здесь Микеланджело и Дементор. Это единственный, кто меня здесь интересует. А вот это все, так, тоже пушечное мясо. Ну, погнали. После этого боя, по-моему, у нас будет уже Босяцкий. Так, смотрим. Хоба, хоба. Ну, Шреддер, конечно, кланфутовцам тут наяривает, будь здоров. А Майки прыгнул к Эйприл. Так, Эйприл берет интервью или как там? Майки ее глушит. Ай-яй-яй-яй-яй. Почему Сплинтер постоянно, ребята, бафает у меня Шреддер? Я не понимаю, почему именно его. Воу, Дементор отдуплился. Так, что ты там со своей вертушкой? Ты смотри, он никак не угомонится, ребят. Он все-таки хочет добить, но у него не получается. Он глушил Эйприл, на постой причем. Я вот специально наблюдал, ребят. Прыгал именно к ней и глушил ее. Эйприл даже не успевала взять интервью, естественно, в замешательство его запустить. Ну, а вот, как тебе и говорил, у нас Рафаэль. Акт 19, миссия 25. Так, тут Рафаэль плюс Дементор и Слэш. Ну, я не знаю, ребята, Рафаэль и Слэш, вот, наверное, вот здесь напрягать будут меня больше. Не столько Деметры. Но если Эйприл не подведет и будет брать интервью, как полагается, то все будет хорошо.
Так. Давай, Чингис. Прямо сюда вот врывайся, вот с топориком. Ай. Он врывается, но не туда. Ой, Эйприл, ребята, все. Она слэша, конечно, немножко захомутала, но, по-моему, она погибнет сейчас от Рафаэля. Да, и Сплинтер, кстати, тоже погиб от Рафаэля, потому что он рывок сделал. Так, подожди, а кто у нас тут остался? Слэш и Раф. Нам надо слэша с тобой как-то ушатать и как можно быстрее, потому что, ну, вдвоем... Что происходит? Эй, слэша, ну... Так, Чингис, красавчик. А вот теперь, ребята, нужно Рафаэля. Ну, видишь, в чем проблема? Что у Рафаэля рывок. И он, ребята, может проходить через двоих-троих персонажей. Это очень плохо. На обухом. Так, кого-то, по-моему, нет, никого не подбили. Не дай бог он сейчас сделает рывок в сторону там, где стоят два персонажа. Нет, смотри, мы стоим. Чингис даже здоровье полное практически имеет. На топориком. Все, Шреддер добивает, ребята, Рафаэля. Отлично. Слушай, найсово получилось. Хую. Приколюха. Так, кто у нас дальше идет? Давненько мы не видели кожеголового. Так, тут Донни вражеский сбоку встал. Кожеголовый плюс слэш. Интересно посмотреть на этот поединочек, ребят. Так, я смотрю за Шреддером, он, в принципе, с Донателло схватился. Так, но прописал почему-то кожеголовому звездилей. Эти тут разбирают у нас футовцы этого клана. Так, Шреддер, кстати, неплохо там один справляется, я тебе скажу. Так, они его что сделали? Нет, они застанили Сплинтера, блин. Кожеголовый Сплинтер застанил, вот что. Так, давай этого уничтожили. Нет, Сплинтера, конечно, уничтожат, ребята. Его уже подбили. И опять же это сделал, по-моему, кожеголовый. Давай обухом, Чингис, обухом, по башке ему. На, Донни. Ну, ты отдупился. Ну что, кожеголовый, все, ребята, в нашей власти. Интервью взяли, он стоит как этот. Я ничего не знаю. Ну, и в этот момент, естественно, он отгребает от нас люлей. Таких бодрящих, свеженьких, понимаешь? Молодец, команда Гуфи, ребята, идет вперед. Никто против нее здесь не выстоит. Несмотря на то, что у меня два баффера, друзья мои. Два баффера. Эйприл еще и дебаффер. Вот Сплинтер, по-моему, чистый баффер. Насколько я помню, да, он стакает чисто броню. И самое удивительное, он броню стакает только на союзников. На себя он ее не стакает. Так, ну-ка. Эйприл там что-то хочет сделать, видимо. Вот что, вот смотри, видишь, как какие-то звездные, там, я не знаю. Звездные капли какие-то летят. Кто ее вот сейчас застанет, объясни-ка мне. Кожеголовый, что ли, своим капканом опять, а? Скорее всего. Так, Чингис. Валит его слэша. А, он с рывком, он улетел. Да все, кожеголовый, ребята, опять в замешательстве. Чингис своим топориком, как говорится, прошелся через толпу. Наказал и слэша, и всех. Так, мне, кстати, надо было посмотреть, кто там будет босяцким. Так, здесь, значит, кожеголовый, Бибоп и Лотус. Поехали. Самое обожаю, когда, ребята, Чингис влетает именно со своим топором в толпу. И очень круто. Во, вот так вот он когда делает. Я обожаю это просто. Видишь, что делает Эйприл? Какие-то, я не знаю, что-то выпускает какие-то звезды, видишь? Карайко. Блин, подожди, а почему? Блин, это все вот этот вот охламон, ребята. Кожеголовый, он заколебал уже, серьезно тебе говорю. Он опять Эйприл мне капканом в стан загнал. И сейчас и Лотос разберет, да. Но все равно, в любом случае, мы здесь выиграем, потому что она одна, а нас здесь еще трое. Так что никаких шансов у Лотоса нету. На тебе. Запинаем, ничего она здесь не сделает. Все, пускай даже не надеется на какую-то победу. Кожеголовый, вот он достал, он уже второй раз Эйприл станет. Так, опять он здесь, а? Кожеголовый, слэш и этот. Может, хорош уже? Они опять сейчас будут выносить, конечно же, Эйприл. Я ее специально, ребят, на заднем ряду держу. Слушай, она из этой камеры. Это камера у нее или пистолет? Я не могу понять. Она почему-то, я думал, что это камера, а на самом деле она стреляет из него. Стреляет, фотографирует, тут же сразу же берет интервью у слэша. Слэш сразу
опупевший такой на 3 секунды. Чух, Чингис. Так, что у нас тут остается, ребята? Так, ну каменного голема мы сейчас распишем. Слэш остался и лотос. Опа, мы в замешательстве, ребят. На! Круто. Чингис, конечно, да, когда влетает со своей секирой, вот с этим круговым ударом, очень наносит много урона. Так, Басяцкий-то когда у нас будет? А вот, ребята, и босс, и это опять Леонардо. С кем он здесь будет? Давай посмотрим. Так. Да ладно, со всеми братьями это плохо. Тут и Рафаэль, и Донни, и Майки. Хорошо, давай посмотрим, как у нас тут пойдут дела. Они крепкие. А зачем ты, Шреддер? Оу-оу, Сплинтер в минус сразу же, прикинь. Рокстеди, ребята, Рокстеди уже почти тоже погиб. Оух, вертушку-то сделал какую, а? Блин, Чингис, ты где? Я вот не вижу, где он, ребят. Вот он, делает. А у них тут, смотри, сколько брони настакано. А что вот это такое было сейчас? Опс, я тебе скажу, что здесь мы не пройдем, ребят. Ты видел, что этот псих делает? Фью, да, с черепашками, со всеми четырьмя братьями. Как-то я не знаю. Если я уберу Эйприл и поставлю Донни, это что-нибудь решит? Ну-ка, давай здесь заберем свои награды. Мне кажется, нифига не решит. Вообще нифига. Так, в логово там что у нас есть? Что-нибудь прокачать? Давай здесь, оп. Один уровень подняли. И молодцы какие-то, да? Так, это я пока не буду, наверное, смотреть рекламу. Не хочу. Так, у нас в сумке есть что-нибудь? Есть. Огромная куча мусора у нас в сумке лежит. Так, а мне не хватит здесь прокачать? Нет? Этого мусора мне не хватило, да, типа? Улучшена лаборатория. Блин, я вот не знаю, ребят, получить героев. Что такое? Мы опять, что ли, с тобой накопили? А, зеленые. Ну давай, Рокстеди. Плюс 7 к мощам. Ну это вообще, ребят, сущие копейки. Она 144 уровень. Но, ребята, она... Но она вжаривает. 507. Хотелось бы, конечно, ее прокачать. Если до 170-го, она, наверное, будет крута. Может быть, даже подвинет Сплинтера. Может быть, не уверен. Ну ладно, давай попробуем еще разок. Единственное, что может быть, расстановку сделать немножко другую. Немножко другую. А какую тут сделаешь, блин, расстановку? Хм. А если мы сделаем с тобой вот так вот? Подожди. Уберем с тобой... Блин, если я уберу Сплинтера, фигня получится. Нет, давай попробуем так. Сплинтер, как всегда, лезет. Зачем он лезет вот в кучу эту? Вот, объясни мне. Видишь, этот Майки он достал. Он специально, ребята, оглушает Эйприл. Ну, бери у него интервью. А, у Лео он взял, да? Чингиза разобрали. Ну, почти разобрали. Эйприл, все, ребята, Эйприл отдуплилась. Это вшивый Майки. Это все его рук. Ребята, это вообще, это без вариантов. Ты посмотри, что тут происходит. Просто заколбасили за 3 секунды. Вы сейчас серьезно? Вот вы сейчас серьезно? Вот так вот просто, вот за 3 секундочки просто меня разобрали? Вообще, мы просто ни одного черепашонка не убили. Ни одного, ребята. Нашу команду распетрушили, а мы вообще никого здесь не смогли даже и рядом. Ты посмотри, что тут происходит, смотри. Эйприл, Сплинтер следом идет.
Вот, вот мы сейчас можем с тобой Донателло забомбить, если получится, если повезет. Да, вырубили. Нет, нифига не вырубили. Нет, ребят, я умываю руки. Это трэш. Это трэш просто какой-то, блин. Чингис один тут, ребят, отбивается. Но его распетрушат. Ты видишь, да, прекрасно. Откуда, объясни мне на милость, откуда у этих паразитов столько брони? Откуда они ее столько берут? Стакают за каждую секунду. У меня стоят бойцы. Я не могу этого сделать. А он... Знаете, пожалуйста. Ладно, я попробую убрать вот это все и поставить вот так. Давай просто проверим. Чисто бойцы, без всяких там баферов, дебаферов. Вот смотри, Донни дерется с Донни. Мой Донателло проигрывает ему просто в люту. В лютую. Видишь? Это насколько же надо быть оборзевшим таким, чтобы вот так вот просто разобрать всех с путыка. То, что мой Бибоп там бросает гранату, это все фуфляндия полная. Не, ребят. У меня просто даже нет слов. Я даже не знаю, что сказать. Тут просто нечего говорить. Так, давай попробуем сделать вот так. Нет, Майки там идет. Майки обязательно будет прыгать на стан. Поэтому сделаем вот так вот. Поехали. Пускай они будут у меня вот здесь стоять, на одной линии. Сплиттер, вот какого хрена ты бежишь, блин? Стой, как Эйприл позади. Нет, блин, бежит. Вот надо ему выпендриться. Ты видел, что Рафаэль сделал? Одним своим рывком, ребята, он... Да. Рафаэль своим вшивым рывком, ребята, уничтожил практически двух бойцов сразу же мне. Как это произошло? Элементарно. Он сделал вот этот вот рывок пронзающий. И почему-то... И почему-то Эйприл у меня просто ничего не смогла сделать. Ну откуда вот у них столько брони, скажи, вот объясни мне. Вот у Донни, у Майки, откуда? Донателло этот вшивый, да? Стакает ее. Не знаю, ребят. Короче, нам нужно с тобой что сделать? Наверное, закругляться именно на этом месте. Мне придется еще подкачиваться. 100% тебе говорю. Прокачивать Эйприл. Слушай, по-моему, все-таки я не пойму, это камера? Нет, пистолет, бластер даже. Естественно, чтобы ее прокачать, это надо будет мне, опять же, ПВП, шестой канал. В общем, все в этом духе. Подкачаемся и, соответственно, сразу же сделаем с тобой новую серию. И порвем, надеюсь, порвем этих братьев-охламонов. Ну, а с вами был Рэй, всем удачи и до новых скорых видосиков.